Почти вдвое выросло количество заявлений о нарушениях закона при технологическом присоединении к электрогазовым и водопроводным сетям – с 40 до 74. Как отметили на пресс-конференции, больше половины из них – на работу подразделения ПАО «Россети-Центр» компанию «Тамбовэнерго». Например, одно из нарушений сетевой компании привело к штрафу в 19 миллионов рублей. В прошлом году, значит, они были привлечены к административной ответственности и их должностные лица на общую сумму штрафа более 5 миллионов рублей. Но, к сожалению, вот как-то не получается снижение нарушений. В этом году по-прежнему очень много нарушений. Нарушаются сроки и порядок подключения. В регионе снизилось количество жалоб на проведение госторгов. Если в 2020-м их зафиксировали 322, то годом позже в УФАС поступило только 271. Причем по результатам проверок обоснованными признали 67 из них. Также на пресс-конференции отметили, что за прошлый год зафиксировали нарушения в сфере закона о рекламе и привлекли к административной ответственности 36 компаний.